Пришедшие на Алтай морозы могут спровоцировать рост числа пожаров. Как правило, именно в эти дни люди, чтобы согреться, включают обогреватели или пользуются другими приборами, а также усиленно топят печи. Сотрудники МЧС обращаются к населению, в частности, к жителям частного сектора, быть предельно осторожными. Населению прежде всего стоит позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления, печное, газовое, электрическое, должны находиться под пристальным наблюдением домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции, и поскольку в холода активно топятся печи, то им стоит уделить особое внимание. И помните, единый телефон служб пожарных и спасателей 101. По статистике, с наступлением холодов в нашем регионе резко увеличивается количество пожаров, которые происходят из-за нарушений правил при эксплуатации печного отопления и электроприборов. Поэтому необходимо следить за исправным состоянием отопительной системы и электропроводки. Отметим, что во многом избежать несчастных случаев помогают рейдовые мероприятия и обходы частного сектора, которые проводят сотрудники МЧС. Они беседуют с жителями, проверяют состояние печного оборудования и отопительных приборов. В случае необходимости дают рекомендации по их ремонту или замене.